У моего мужа сегодня работа. Его пригласили выступать, и я поеду его поддержать. Второй раз за жизнь оставляю Аврору с няней вечером. Вначале я подумала, что пойду в туфлях и юбке, но потом подумала, что хочу, чтобы мне было удобно. Я приехала, была безумно горда и рада за своего мужа. И потом, спустя 2-3 часа, отправилась домой к дочке. По дороге я заказала продукты из лавки, чтобы сделать ужин. Я отварила себе брокколи и цветную капусту. Интересный факт обо мне, я не могу начать готовить, пока не уберу полностью кухню. Я сделала салат из перцев, себе сварила пельмени из индейки, а мужу заказала лапшу с креветками. Из-за того, что у меня аллергия на рыбу, он так редко ест морепродукты дома, я решила его порадовать. Поужинав, я искупала малышку, и как раз к концу нашего купания подошел мой муж. Эта лапша удон, кстати, сделана в коллаборации с музыкантом Антоха МС. Лавка Яндекс.Музыка объединились, и получилось что-то чудесное. Муж сказал, что очень вкусно. После этого у нас были спокойные игры и чтение книг всей семьей, укладывание Авроры, и вскоре мы тоже сами легли спать.